Переводчик государственного языка на вес золота. Такое заявление сделали эксперты. Профессионалов в этом деле определяли сегодня на традиционном конкурсе «Лучший переводчик 2013». Мероприятие, организованное областным управлением по развитию языков, собрало представителей многих отраслей. Медики, полицейские, сотрудники налоговой и ЦОНа соревновались в своем мастерстве. Конкурсантам предстояло пройти такие этапы, как перевод официальных документов, знание новых терминов и закона, художественный перевод. Областное управление по развитию языков совместно с Советом молодых ученых Западно-Казахстанской области проводит областной конкурс «Уздыков Дармаше», то есть «Лучший переводчик». Целью данного конкурса является пропаганда государственной языковой политики, поддержка переводчиков, которые работают в государственных и бюджетных структурах.